Милые дамы, хочу вам показать, как роскошно переливается мех у этой прекрасной шубки. Это сага глама. Аналог той гламы с аукциона Сагафу. Вот чтобы вы не попались ни на какую подделку, вы должны всегда на каждом изделии, там где это с аукциона, это Black Glama или Saga Glama, вот будет написано Saga Furs, и вот это подтверждающий значок, который показывает, что это абсолютно с этого аукциона. И также, естественно, здесь мы никогда не видим аукцион, мы здесь всегда видим бренд или дизайн, то есть дизайнера. И здесь мы с вами видим всегда, опять-таки, этикетка о том, с какого аукциона был куплен этот мех. Так вот, это Saga Glama, она находится в Риге сейчас, пока еще ее можно примерить и купить в Риге, пока я в Риге, я об этом сообщаю в своих постах на группах и на своей группе Шубоголик, и также на своей официальной страничке «Меха и кашемировые пальто из Италии класса люкс». Это очень хорошая, удобная модель, это 85 сантиметров, и в этой модельке есть капюшон, хороший длинный рукав 75 сантиметров. Стандартная модель SM на бюст до 90 где-то, ну, у меня 98 получается, где-то вот как на мне она еще, ну, как бы в прицеп уже, да, но лучше до 95 до 96 сантиметров. Такое же изделие мы можем вам пошить на нашем производстве из Black Glama, причем Black Glama номерная, на их сайте blackglama.com вы будете видеть этот номер этого изделия. Можно такую модель, ну или какую-то другую по вашим эскизам или по нашим фотографиям. Также сейчас у нас в производстве находятся шубы из этой Black Glama, которые тоже можно приобрести. Ценовой диапазон от 3 до 4 тысяч евро, то есть чуть-чуть выше. Такая шубка стоит 2 900, из Black Glama будет чуть-чуть выше цена. Такая шуба из Black Glama где-то будет стоить 3 300, и если длиннее или больше размер, до 4 тысяч евро. Пожалуйста, приятных заказов, заказывайте, обращайтесь ко мне. Спасибо.